Мне вот иногда, честно, хочется не то, что там ВКонтакте, еще где-то не появляться. Вообще хочется исчезнуть с лица земли, я не знаю, на какую-то окраину, вообще в какую-то глушь. Вот сегодня в 5 утра дикие вопли. Просто вообще не поняла, что происходит. Думала, сначала мои коты дерутся. Вот вышел, обнаружила там перед калиткой, забился кот. Да, кот, я его рассмотрела, он очень худой, вот у него просто жопа вся мокрая, весь какой-то грязный. Тихо, тихо, тихо. Вот он, видите, какой? Он орал так, как будто я думала, что он сначала то ли сбитый, то ли что, то ли раненый. Да тихо ты, тихо. Я вот как его положила вот сюда. Он так сидит, даже никуда с места не сдвигается. Вот уже сколько времени. То есть он, похоже, я не знаю, мне кажется, даже не ел. Давай, убирай свой хвост грязный из миски. У меня и так как бы вообще такие дни. То есть я, честно, я вечером, я себя не помню вообще. И вот этот дурдом начинается с самого утра. Это когда со Степашей по клиникам. Завтра я везу Бетти, то есть это вторая собака, у которой нехорошее дыхание. Вот. И вот реально мне не на что ее везти. Ну, вот просто не на что, потому что Степаха уже обошлась там двадцатку. Вот. Сейчас это во сколько, я не знаю, сколько станет обследование. Вот этот вот кот сейчас, то есть не пойми, что с ним, тощий и облезлый. Ну, я просто не знаю. Ну, все. Ну, она, конечно, не так, как... Степаха, гречка, уйдите от меня. Господи, это трое собак. Джек, пошли домой, Джек, пошли.